С праздником представителей этой доблестной профессии сегодня на своей странице в Твиттере поздравил президент страны. С героями нашего времени на востоке страны, пилотами еврокоптеров, познакомилась Анелли Симбердина. Восточный Казахстан – один из самых сложных регионов для служб ЧС. Спокойных сезонов, как говорят спасатели, здесь не бывает. Зимой – бураны, весной – наводнения, летом – купальный сезон со своими опасностями. А осенью – нередки поисковые операции в горах и лесах. Еще и заносы на дорогах в этом году начались уже с октября. За этот год у нас на сегодняшний день 460 выездов. Из них около 108 спасательных операций. То есть операции, которые более суток, до 10 суток доходят. Мы работаем автономно. Речь идет именно о поисковых операциях. Как раз тут незаменима помощь с воздуха. Тогда к делу приступают настоящие профессионалы – пилоты, такие как Илья Тачай. Каждый раз он лично проверяет вертолет, все ли готово к вылету, который, к слову, возможен в любой момент. Каждый полет, он по-своему уникальный. Широкий спектр задач – это, как я уже и говорил, санитарные рейсы, и горные операции какие-то. Но один из самых запоминающихся – это было спасение двух рыбаков во время паводка. Их лодка перевернулась, и они оказались за бортом. Нам поступил сигнал о спасении. В таких случаях важна каждая секунда, делится еще один пилот, командир воздушного судна Артур Габасов. Артур – бывший военный летчик, провел в воздухе больше 2000 часов. За это время случалось всякое. В прошлом году, к примеру, его напарник внезапно потерял сознание прямо в полете и телом придавил рычаги управления. Вертолет начал пикировать, но командир смог совершить экстренную посадку и спас жизни как самих пилотов, так и членов санавиации и больного, которого везли из Ридера. Хотя свой поступок он считает рядовым. Внезапные случаи не всегда происходят, но они бывают. Так как мы выполняем много полетов и в неделю, и по месяцам, и по дням. Поэтому у нас каждый полет для нас, ну как сказать, запоминается после каждого полета. И мы не запоминаем то, что было когда-то что-то. И идем вперед. Между тем, каждый полет как раз и рассчитан на чье-то спасение или же профилактику чрезвычайных ситуаций, делятся уже специалисты касс телезащиты. В частности, они вместе с пилотами по несколько раз в год проверяют состояние высокогорных моренных озер. Их в области 146, и каждая из них на высоте почти 3000 метров над уровнем моря. Для защиты населения, особенно на селеопасный период, никаком транспорте мы не можем добраться на этой высоте. Вот благодаря только вот вертолетчикам, пилотам мы проводим это все обследование. Благодаря их работе защищаем население, территорию области от ЧС природного характера. Всего в регионе ежедневно несут службу больше 1700 спасателей. Это именно те, кто всегда на передовой в борьбе со стихиями. Так уже 25 лет службы ЧС стоят на страже жизни. Анна Лисенбердина, Жигир Бабаканов. Итоги дня. Усть-Каменогорск.